Всем привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Тема сегодняшнего видео – как Google AdSense привязать банковскую свою карточку. Давайте перейдем к делу. Заходим в Google AdSense. Дальше нам нужно нажать на платежи, выбрать платежные данные, добавить карту. То есть выбираем банковскую карту, нажимаем «Настроить оплату банковским переводом». Далее здесь мы начинаем уже вводить свои данные, то есть пишем идентификатор получателя по желанию. Здесь можете писать свой вариант, как вы хотите его назвать. Я просто беру, вставляю, захожу в Тинькофф Банк, копирую его, вставляю сюда. Вы можете написать там что-то свое конкретно. Вот, это не важно. Дальше пишем здесь, копируем владелец банковского счета, то есть копируем себя полностью, как у вас на счете на Тинькове записаны вы, так и вводите сюда. Далее вводим название банка, также можем ввести Тинькофф Банк. Копируем его. Далее вставляем. Дальше следующий у нас с вами идет БИК. Здесь мы уже заходим не в долларовый счет, а в рублевый счет. Заходим в реквизиты, копируем здесь БИК, заходим опять в платежную систему в AdSense и сюда вводим эти данные. Дальше мы заходим в SWIFT, мы уже копируем уже с долларового счета, то есть заходим опять в реквизиты долларового счета. Копируем эти реквизиты, заходим опять в платежную данные Google AdSense и вводим сюда эти данные. Дальше нам нужно ввести здесь счет получателя. Тоже копируем счет получателя, вставляем сюда и подтверждаем. Далее нужно это все сохранить обязательно. Все, банковский перевод сюда добавим. На этом я закончу. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с другими, ждите следующих видео. Всем пока-пока!